Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Новороссийске. В городе Героя собрались 180 нефтяников из 22 филиалов компании «Транснефть». Перед началом соревнований они высадили именные деревья в парке «Восточный». Его недавно отреставрировали на средства «Черномор-Транснефти». После этого свое профессиональное мастерство показали представители 11 профессий. В их числе трубопроводчики, слесари, водители и лаборанты химанализа. Участвуешь, значит, проверяешь свои силы, знания, насколько ты. Все зависит от подготовки, от времени на подготовку и желания победить. Профессиональное жюри оценивало не только умение работать руками, но и знание регламентов, стандартов и даже правил промышленной безопасности. Такие соревнования проходят уже 15-й раз подряд. Победа во всероссийском конкурсе – это не только престиж или денежная премия, но и залог будущего карьерного роста. Многие финалисты прошлых лет уже стали начальниками отделов и руководителями подразделений. Необходимо знать своих героев, своих профессионалов. Те, кто может из простого рабочего стать генеральным директором. Вот именно на первой стадии этой ступеньки профессиональной и появляются наши победители конкурсов. Итоги конкурса подвели во время праздничного концерта на набережной города Героя. В этом году безоговорочными лидерами стали работники «Черномор-Транснефти». Они завоевали сразу 7 из 11 высших наград.